morning. It's November 25, 2022. And if you can't believe it, it's right once again. Кулачные расправы — это не метод. Ударить можно и словом, это иногда больнее. А если слов не понимаешь? Значит, плохо объяснила. Теперь эти мальчишки будут знать, что против силы всегда может найтись и другая сила. Во всяком случае, на будущее я тебя очень прошу. Уж быть любезен, без моего разрешения таких действий не предпринимать. Слушаюсь. Но тогда и ты уж, пожалуйста, учти на будущее, что если еще когда-нибудь ты позволишь себе хотя бы заговорить со мной таким тоном, то я здесь больше не появлюсь. А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я мужчина. Good morning. It's November 25, 2022. And if you can believe it, it's a Friday once again.